Ты хотел знать, кто я? Ты хотел знать, какой я? Окей. Дуня белый, Дуня черный, Дуня, какой твой? Если purple закат и фиолетовый рассвет, очевиден ответ, чему равных нет, на что смотрим вслед. Дуня белый, Дуня черный, Дуня, какой твой? Если purple закат и фиолетовый рассвет, очевиден ответ, чему равных нет. Да, у этого цвета дата премьеры, где-то 1900 лет до нашей. Пафос пафосом в эпосах Ляда или Одиссея Гомера. Старше нашей веры пёрпл аура. На дворе 21 век, еще в игре до сих пор первый пёрпл. Оглянись, пёрпл по пятам, тут и там по мозгам. Из всех реклам, во всех витринах, магазинах и по всем углам. О чем я говорю, каждый видео сам что? Хай-тек и ретро, каждый квадратный метр фект. Эффекта пропитан этим цветом, и это стало брендом. Зимой, летом, линии, моды, аксессуары, спорткары. Все отполировано багровым, старому легко стать. А он когда-то был червоным, он же снул багряным. Когда бесспорно эта земля служила только славянам. Но сейчас это просто пурпур, но это не просто как и паркур. Глубже свернутых нос купюра несовместим как внешний мир и внутренний сум. Пёрпл это батл, пёрпл это ритм жизни. Пёрпл это нестандартный ход мысли. Комбинатор как Остап Бендер, новатор как первый с окном Европы, чтоб как кофешопах Стап был свет свободы, высшей пробы. Так горят огни хип-хопа, и эти оттенки мелькают сквозь дни, как под страбом. Штаток болтает сиропа, моя капля пёрпл из дедропа. Та, что выделяет из толпы, но прёт толпы. Всем идёт пурпурный. Это неоспоримый, леди любят на вкус этот пёрпл чупа-чуп. И никто, кроме нас, это серо-буро-малиновый стайл. Всё здесь и сейчас, это серо-буро-малиновый стайл. Всегда как в первый раз, это серо-буро-малиновый стайл. Жизнь игра, так давай играй в пёрпл. Дуня белый, Дуня черный, Дуня, какой твой? Если пёрпл закат и фиолетовый рассвет, очевиден ответ, чему равных нет. Просто как раз два сваивается, имеет валит день и ночь, пятницу. Есть разница, такая матрица. Что принимает удары судьбы на себя, жертву я с красной рвется в бой любой ценой. Это цвет второго. А синий с красным опасный микс, как Блац и Крипс. Прямой эфир и мой плейлист, грязный, кристально чист. Дерзкий и нежный, как мы, агрессивный и мирный, как мы. Все наши страсти в полярности этой гаммы. Теперь ясней, за что любит этот цвет сумасшедший мир. Где порядки вещей и людей, гармония, противоречий, единство противоположностей. И я влюблен в этот диапазон. Играть с огнем и мешать со льдом может позволить только он.